Вот, стало известно о решении Министерства обороны нашего, о том, что мы выводим войска с правого берега Днепра, то есть мы оставляем Херсон и занимаем оборону на левом берегу. Значит, если вы ждете, что я сейчас вам объясню свое отношение к этому, то я вам ничего не скажу. Но объясню, почему. Если я поддерживаю это решение и говорю, что Министерство обороны поступает правильно, оставляя Херсон, то получается, что это публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В нашем Уголовном кодексе это статья 280, часть 1. Я специально сегодня утром проверял. Несколько лет лишения свободы. Если я не поддерживаю это решение, я считаю, что Министерство обороны поступило неправильно, оставляя Херсон, это публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил. Та же самая 280-я статья, только часть третья. Срок лишения свободы приблизительно такой же. Я в тюрьму не хочу. Это поэтому сейчас мы посмотрим сюжет, а потом мы предоставим слово нашим уважаемым экспертам.